Это ты чай пила? Всем добрый день. Фух, у нас сегодня день начался странно. Мы сейчас с Катей, с Машей, с Оксаной ходили в садик красить. Видите, какие мы красивые. Мы там территорию красили. Краску туда, то, что не хватало, купили, отдали Любовь Алексеевне. Ну, мы там красили то, что... Также на обратном пути зашли, взяли вот этот вот спирт для оттирания краски, потому что я вся в краске. Я детям-то покупала перчатки, потому что там в садике не было. А сама без перчаток осталась и взяла такую штуку. Также по 39 рублей взяли 10 пар носков белых ребятишкам. Дальше, что я взяла? 3 литра молока. 10 пачек масла. Маша, где она у меня? На улицу в морозилку уносите. Там решетку одну подними, вниз опусти масло, а потом это. Здесь у меня 2 килограмма творога и сметана. И на развес взяла еще вот такое вот масло по 239, по-моему, за килограмм, нытвинское. Сказали, хорошее. Ну вот килограмм взяла на пробу. Ложи сюда в холодильник, будете кушать сразу. Все покупки, все. А вы что, ждали больше? Нет, все. Фу, сейчас будем оттираться от краски. Я тоже. Холодильник закрывай, пожалуйста, побыстрее. Не держите его долго открытым. Сейчас будем все оттираться от краски. Я вообще вся в краске. Там одна мама вообще шорты заморала. Она так получилась, что там 2 мотоцикла рядом красили деревянные. И когда она один красила, нечаянно облокотилась с второй. И вся попа в краске такая. А шорты яркие здесь цвет. И получается краска на нем темная вообще. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня и хорошего настроения. Дорогие друзья, мы поехали в город с Катей и с Машей. Там Катины... Сколько, Катя, у тебя там футболок пришло? 2 футболки пришло. А Маша на что купить? Много чего. Много чего. Видите, какие они? Короче, ей на в Пермь с собой им на зубные пасты. Будут сами выбирать, потому что я, которую купила, им не нравится. Короче, сами пускай выбирают. И Маша на дорожный набор, да? Чтобы налить туда шампунь, гель для души и все остальное. Поэтому мы сейчас вместе с ними поедем в город. Купим все, что надо, а потом я вам покажу все, что... И там у меня пришло на Валберес кое-что мое. Я вам все это потом покажу. Если интересно, то поехали с нами. Постараюсь немного поснимать. Ребята, мы идем с садика. Марина, что ты хочешь сказать? Привет, Любовь Александровна. А помахать? Да, Любовь Александровна, она привет хочет передать. Мы с садика идем. А еще кому ты хочешь передать? А Любовь Алексеевне? Привет, Любовь Алексеевна. Да, молодец. Ирина Юрьевна? Ну, передавай тоже привет. Привет, Ирина Юрьевна. Ирина Юрьевна, молодец. И вот сейчас мы домой идем. Сейчас покажем то, что забрали, купили. Ну, там еще Маша в шопере. Кстати, с шопером, который я ей купила, она ходит. Да, Маша? Как тебе он? Он компактный, удобный. Вот, иди вперед, я покажу. Вот так, видите? Он ей как раз хорошо. А то, которые с Василька заказывали, они очень большие. Но мы их оставим, чтобы в магазин ходить. И все. Ваня кепку снял. Ладно, шагаем домой. Так, ребят, мы приехали с города. Я устала, не могу, у меня голова кружится. Давайте я сейчас покажу то, что мы Кате Валберес заказывали и то, что мы выкупили. Ванечка, иди играй, пожалуйста. Маша, вот так вот. Нет, 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 конструктор убрать, потому что засвечивает. Вот так вот не засвечивает вроде бы. Первое, смотрите, вот давай, Маша, я сначала твой покажу. Вот это вот Машин шопер. Видите, Кате понравился то, что он небольшой. И Катя себе взяла уже с другим рисунком вот такой вот шопер. Держи. Дальше. А, все вы знаете, что к школе, короче, потихоньку готовимся, покупаем футболки к школе. Разные расцветки брали. Кате в этот раз мы опять заказали футболки, какие она хочет. Маше потом тоже будем заказывать. Вот такая вот одна футболка, простая, однотонная. Катя не захотела никакие цвета. Вот все равно мне не нравится, что оно... Убери, пожалуйста, карандаши.
контейнер с карандашами стоит, мешается. Мне нравится, что оно засвечивает. И еще одна такая же футболка, только вот такой вот расцветки. Темная она такая, знаете. Я даже не знаю, как показать, но вот такой вот расцветки. Все, да, как это у тебя? Давай, Маша, теперь показываем, что твое. Так доставай мне, давай. Вот такой вот набор мы взяли для Маши в дорогу в Пермь, тут для шампуня. Вот, Катя, смотри, тут баночки, это должна быть. А ты все носки, что ли, все забрала? Нет. Нет? Потом Маша себе выбрала вот такие вот носки. Знаете, что меня удивило? В Фикспрессе висит цена 59 рублей. А на кассе выяснилось, что они 79 рублей. Хотя вот на эти вот здесь написано 55, а на чек там висит 59 рублей. Я говорю, так почему вот так вот? Почему не успевают? Ну, вот факт то, что вот 79 рублей носки. Вот эти вот по 99 носки. Нет, 79. 99. Вот эти вот 99. А эти 79 тоже. Короче, вот так вот. А зубная паста где у тебя? В пакете, да? И Маша себе взяла вот такую вот зубную пасту. Все? Все. Дальше. Это Ванин рисунок. Ваня тут рисовал такой рисунок. Принес, говорит, мама, это тебе. Так, это не мой заказ, это я отдам. Давайте первое, что я покажу. Когда я в городе бываю, у меня быстро на телефоне разряжается зарядка, короче говоря. И плюс я начала понемножечку снимать на экшн-камеру. Она тоже очень быстро садится. Я себе заказала на 10 тысяч миллиампер пауэрбанк. Принесите ножнички, пожалуйста, девочки. Они не откроют, надо маленькие. Тут пленка так притык прямо. А я уж так. Неси, она мне нужна будет. И, короче, заказала на 10 тысяч миллиампер пауэрбанк. Он был со скидкой 700 с чем-то рублей стоил. Ну, думаю, пока он так-то стоит намного дороже, ребят. Очень намного. Что случилось? Какие конфетки? А, конфетки. Хотя у меня вот в этой кофте конфетки. Достань вон и, пожалуйста. Я взяла себе черного цвета. Я не стала белый брать, потому что я знаю, что он со мной везде в дороге будет. Плюс тут идет еще зарядное устройство. Там в кармане конфетки вон и дай, пожалуйста. Так, какие здесь есть? Вот. Я не знаю, как вам показать, чтобы видно было. Вот так вот. Короче, взяла. Он мне понадобится. Тем более, сейчас в Пермь поеду. Там поснимать хочу побольше. С собой экшн-камеру возьму. Мне надо будет он обязательно. Дальше. Знакомая мне посоветовала взять. Я уже показывала, как-то я покупала такое молоко. Мне оно не понравилось по вкусу. Она мне скидывает, говорит: Настя, есть на Валберес очень хорошее сухое молоко. Закажи его на пробу, попробуй. Да, я его заказала. Цену я, ребята, где-нибудь вставлю. Ну, вот здесь, наверное, вставлю. Вот такое вот сухое молоко, литровая банка. Здесь 1 килограмм. Оно ГОСТ. Раньше, помните, сгущенное молоко было? Ну, вот такое вот взяла. Попробую, я вам скажу свой отзыв. Оно запечатано, там фольга, все запечатано, все это. Пока ничего не могу сказать, хорошее, нехорошее. Попробуем, мы с вами проверим, как и что. Дальше с девочками мы заказывали мороженое. Тут просто наклейка, из-за наклейки я достану. Вот такое вот мороженое, тут 3 пакетика. Это клубничное. Ну, это девчонки у меня сами делают. Которые в тот раз мы брали мороженое, нам не понравилось. Вот, которое предыдущее, помните, я вам показывала, нам приходило, нам оно не понравилось. Оно не взбивается так вот, как вот в том году мы заказывали, оно не взбивается так. Поэтому вот взяли на пробу опять другое мороженое. Я себе взяла опять свои тряпочки, которые мне понравились. Тут 6 штучек. Дальше. Катя себе взяла тоже зубную пасту. На, прибирай сразу. С Катей мы уже в этот понедельник уезжаем, поэтому я все смотрела. Ваниш, помните, розовый я покупала, отбеливатель. Ваниш, пятновыводитель. И вот все его смотрела. Не было. Привезли вот такой вот какой-то новый пятновыводитель. Я его себе взяла для белого и цветного белья. Отбеливает пятновыводитель, усиление стирок. Для льна, хлопка и вискоза подходит. Ну, попробую, скажу, ну, не знаю. Дальше.
Давайте вот это. Марине в садик я взяла вот такой вот спрей от комаров. У Марины очень сильно кусают комары, и у нее аж потом большие шишки остаются и коросточки получаются. Не трогай, я потом тебе. Также я взяла опять. Ну вот, видите, мы думали, что они по 59 рублей, поэтому мы их взяли много. Вот такие вот еще две пары носков. И одни вот такие вот еще по 79. Дальше. Марине в садик и девчонкам вот такие вот резинки взяли. Марине в садик вообще быстрые резинки вытягиваются, они потом такие некрасивые становятся. И девчонки здесь выбрали игры для себя. Играть вечером будем пристроить. Это вот такие вот фанты. Краш фанты для крутой вечеринки. Семейный VIP. Короче, вот такая вот. Потом дальше у нас в поисках осьминожки. Какую-то карточную игру взяли. Там была монополия еще и какие-то еще. Но мы что-то это нас... Там нет, там разные были. Потом дружная семейка. Там много было игр, но мы что-то... И вот тут инопланетяшки. Будем в инопланетяшек играть. Все, вот такие вот, ребята, все покупки были. Если что, пишите комментарии, что случилось. У кого тебе надо? Кого тебе много? Это я Марине в садик взяла. Ваня опять завредничал. Ладно, дорогие друзья, все, вот такие вот все покупки. Ребят, вот это сухое молоко классное. Знаете почему? Сейчас пробую по вкусу, как в детстве. Классное молоко. Кому надо ссылочку, напишите, я вам оставлю. Надо попробовать. Вообще вкусное. Что ты пьешь? Егор, игры. Хочешь попробовать? Я. Потом. Я. Такой, смотри, смотри, читай. А ты хочешь попробовать? Потом. О, читай тех везде. Подожди. Мама. Так что, ребят, советую это молоко, я себе еще тоже закажу. Все. Ребят, смотрите, какие они милые. Решила я вам их показать. И вот смотрите, какие они у нас милые. А вот наша мамочка. А вот там вот наш папочка. Вот. Огромный он. Просто огромный. Да, привет. Так что просим любить и жаловать. Это наша мамочка. Весь себя пух содрала. Ну и вот там вот в домике у нас детки. Это я вам вот через эту щелку показывала их. Вот такие вот они у нас милые. Ой, господи. Сегодня муж, говорит, кормил, и один сюда выбегал уже травку кушать. Поэтому вот так вот.